Привет-привет! С вами Валерия. И сегодня мы научимся делать вот такую вот веселую мордочку. Давайте начинать! Для мордочки нам понадобится один квадрат любого размера и цвета. Для начала делаем базовую форму книжка. Разгибаем. Каждую сторону загибаем к центральной линии. Теперь сгибаем нашу фигурку пополам. И разгибаем. Каждую сторону также загибаем к центральной линии. Теперь достаем каждый уголок. Вот так. Немного открываем одну сторону, забираем уголочек и достаем его наружу. То же самое делаем с другой стороны. У нас должна получиться вот такая фигурка. Теперь каждый из уголочков мы приподнимаем, расправляем и фиксируем. Вот так. Приподнимаем, расправляем и фиксируем. Дальше берем фломастеры и рисуем посерединке мордочку. Два глаза и ротик. Теперь перелистываем каждый уголочек. И рисуем уже другую мордочку. Вот так. Теперь снова перелистываем каждую из уголков. И рисуем третью мордочку.
Вот так. Теперь можно менять любую мордочку под настроение. Наша мордочка готова. До новых встреч на Оригамире!